подношу. Получаем доступ к замене предохранителя. Работает так, как надо. Здравствуйте, это компания Vivo Telecom. И у нас сегодня на обзоре будет профессиональная модель мультиметра от компании Braimann. BM785 называется модель. Это линейка профессиональных тестеров. Сегодня посмотрим, чем она интересна. Но сразу скажу, у нее, во-первых, 60 тысяч отсчетов, во-вторых, у нее есть подсветка дисплея, у нее есть повышенная защита до 8 киловольт, она должна проверять светодиоды до 3 вольт, посмотрим, как это работает. У данной модели до 7 кГц измерение переменного сигнала в трио РМС, графическая шкала до 50 выборок в секунду у него, у данного мультиметра, 10 миллифарад у него измерение конденсаторов, но вот сейчас все проверим. А, кстати, да, есть функция NCV или EF, она тут называется Electric Field. Посмотрим, как это все работает. Начнем, как обычно, тогда с комплектации, дальше перейдем к измерениям. Комплектация. Поставляется прибор вот в такой коробке, то есть 700-800 серия отличается от, допустим, бытовой серии 200, это вот Braimann 235 у нас. Коробка здесь такая цветная. Видно, что именно для домашнего применения, да, используется. Здесь упаковка посерьезней. Что идет в комплекте? То есть сам прибор. Элементы питания батарейки Energizer 3А типа размер, то есть мизинчики, 3 штуки приборчик питается. Вот такие идут силиконовые измерительные щупы с дополнительными колпачками, если куда-то нужно в более защищенное защитить свои пальцы от влияния, то можно убрать вот эти бананы. Они, кстати, скручиваются с самих щупов. Можно сделать как острую иглу, так и, соответственно, одеть колпачок и получить вот такое защищенное соединение. Что очень удобно, то есть нужно банан, чтобы подключиться куда-то, да, к какой-то клемме понадежней. Можно использовать такое соединение, да. Если нужна игла острая, то можно открутить эту насадку металлическую и получить именно иглу. Ну и набор документации идет в комплект. Теперь по конструктиву. Сами щупы силиконовая, у них оболочка не очень, они длинные, около метра длиной, но это и хорошо. Вот у Flux 117, например, в комплекте похожие щупы идут, но очень длинные, то есть они раза в полтора длиннее, и зачастую это лишним, даже, ну, не совсем удобно. Здесь, мне кажется, оптимальная длина как раз щупов. По передней панели галетный переключатель используется, выбор предела измерения у него автоматический. Есть сохранение минимальных, максимальных и средних значений. Далее есть определение пиковых значений с быстрыми изменениями, так называемый крест измерения. Есть сохранение измеренного значения, hold, и есть автохолд. Посмотрим, как она работает. Соответственно, есть еще и NCV режим. Также далее экран достаточно большой с подсветкой. Включим потом. Ну, уже на кратком видео, наверное, вы видели, как подсветка это работает. Кстати, да, обратите внимание, что чехол вот этот защитный здесь не съемный, это как раз является элементом корпуса, что тоже придает компактности и в руке из-за этого лежит хорошо. То есть не огромный здесь съемный этот чехол, как обычно, с огромными бортиками. Здесь же чехол элемент корпуса. Сзади у нас есть крепление для щупов, откидная ножка. Вот откидная ножка, кстати, мне не очень нравится, она достаточно хлипенько выглядит.
И обрезиненного здесь места снизу нет. А далее по питанию здесь идет вот такая кассета с тремя элементами. Так, сейчас подождите, я вставлю. Вот так вот она вставляется. И здесь остается тогда крепление либо под ремень, либо вы можете на стену закрепить на какой-нибудь гвоздик мультиметр. Ну, давайте я тогда сейчас его разберу, потому что доступа, как вы видите, к предохранителям нет изначально, поэтому сейчас мы вот эту часть заднюю снимем, и я покажу, как профессиональная серия Брайманов устроена, именно 700-я серия. Самим интересно, мы ее еще не наблюдали. Так, передняя крышка, получается, держится на 6 винтах. После ее снятия получаем доступ к замене предохранителя. Стоит Бусман и стоит керамический DMI производитель. Этот мелкий на 0,4 ампера 1000 вольт. Бусман стоит на 11 ампер 1000 вольт. Здесь вот защелка стоит, сверху стоит защелка вот там. Но я, наверное, эту плату снимать не буду, смысла, думаю, нет. То есть вот доступ к предохранителям есть. Давайте я вам покрупнее все продемонстрирую. Кнопки вечные, включение вот этих всех режимов и выбора пределов измерения. Все сделано, естественно, хорошо. Плата универсальная на всю серию, как вы видите. 783, 784, 85, 86, 87, 88 и 89. То есть целая линейка мультиметров в этой серии. По периметру стоит вот такой большой защитный слой для того, чтобы никакие загрязнения сюда не попадали. Колодцы измерительных щупов также заглушены, то есть через них также никакая грязь внутрь корпуса попадать не будет. То есть все сделано отлично. Но дальше разбирать не будем. Понятное дело, что тут претензий быть не может к Брайману. Все хорошо. Переходим тогда к прозвонке. Так, ну что, давайте смотреть прозвонку соединений тогда. Сначала с бананами установленными. Я уже в кратком обзоре показывал, да, как работает прозвонка. То есть она сопровождается не только звуком, но еще и подсветкой дисплея. Давайте я вот даже сниму банановые эти соединения, чтобы они нам не мешали. Смотрим. Ну, то есть, работает все идеально, на 5 баллов. И заметьте, не надо выводить щупы с хранения, не нужно убирать слой солидола на них, не нужно зачищать контакты, шкурить, не надо их золотить никаким образом, не надо их погружать в жидкий азот, чтобы проводимость увеличить, то есть... Брайман работает в данном случае из коробки, и все, никаких претензий нет. Это я к тому, что пишут некоторые личности, что вот у Unity щупы вы надо было их очистить, спиртом протереть, и тогда они будут работать лучше. Но вот берем из коробки нормального производителя, да, ну или высококачественные щупы, ничего, никаких танцев с бубном делать не нужно. Все работает так, как надо. Я понимаю, что из всего можно сделать что-то стоящее, из любого некачественного продукта, но мы этим заниматься не будем. То есть, если производитель сам не побеспокоился о том, чтобы его щупы нормально работали с производства, то это его проблемы. Вот Брайман, вот
работа прозвонки. Все, никаких вопросов к ней нет. Так, смотрите, по питанию. Вот контакты, да, с питанием, то есть с кейса. Так вот глубоко питание подается. Было неудобно подключаться, но мы все равно потребление замерили. В общем, смотрите, какие результаты. 0,3 микроампера потребляет всего лишь мультиметр в выключенном состоянии, поэтому смело можете оставлять батареи в корпусе. Далее, в режиме проверки напряжения 6,7 миллиампера потребления. В режиме милливольт 4,4. В режиме сопротивления 4 миллиампера. В режиме тока немного побольше, то есть 9 миллиампер он потребляет. Ну, то есть в среднем где-то около 6 миллиампер потребления. Выключается мультиметр при напряжении питания с 3 батарей 3 вольта и загорается индикатор на 3,5 вольта. Вот такое по питанию, значит, информация такая. Переходим к измерениям. Так, давайте будем проверять постоянное напряжение. 100 мВ сейчас с источника питания подаем. С постоянного. Вот такие у нас значения. То есть сверху эталон, снизу Brymon BM785. 96, 72. Ну, примерно, то есть идентичные параметры. Блок, видимо, немного, кстати, проседает у него питание. Видите, немного нестабильный. Нестабильное напряжение. Так, смотрим дальше тогда. Это, кстати, в режиме милливольт, как вы видите. То есть он автоматически определил, что это у нас постоянное напряжение. Так, как бы вам повиднее сделать, да, вот так вот, наверное. Засветка от лампы. О, вот так получше. Так, 96. Смотрим, 200 я включаю. Обратите внимание, как барграф срабатывает тогда также, да? Так, 196, 27, 28. У Brymon чуть выше показания. Так, 300 мВ. 400. 500. 700, все, он здесь уходит в перегрузку, потому что мы на милливольтах переключаемся просто в вольтаж. 696,8. Ну, в общем, претензий никаких особо нет. Давайте я тогда сразу повыше сделаю, допустим. Ну вот 6 вольт ровно. 5,998,3. Так, опять у нас осветка, да? Небольшая. Так, далее давайте я теперь 15 вольт, например, поставлю. Ровно. Ну, чуть выше, да, он, чем эталон показывает. Напряжение. Так, 24 вольта, 2000, 24 и 2000, отлично, так, 34, 34. Кстати, здесь барграф, обратите внимание, не работает. Так, 42 вольта. Ровно. О, 3,0. 0,004 появилось. Так, 50 вольт ровно. Вот, ровно 50. Ну, то есть, к постоянному напряжению претензий у меня нет. Все отлично. Так, давайте измерять переменное напряжение. В режиме милливольт мы стоим. Смотрите, 100 милливольт мы сейчас с генератора подаем. Частотой 50 Гц. Здесь пытаемся измерить частоту на Brymon. Он не измеряет.
Давайте посмотрим, от какой амплитуды он тогда будет измерять ее. Так, измеряет он от 600 милливольт в РМС режиме. Но смотрите, какая интересная ситуация. Если я вот переключусь в обычный вольтаж, да, в переменный, и включу измерение частоты, то он 100 милливольт тоже не измеряет, но с 200 милливольт он уже будет измерять частоты. То есть имейте это в виду, то есть если на каких-то малых напряжениях, то используйте именно режим переменного напряжения и здесь уже переключайтесь на измерение частоты. По напряжению, по переменному, конечно, нагородил здесь Брайман несколько режимов, то есть 200 милливольт, например, мы можем и в этом режиме измерить, и здесь мы можем измерить 200 милливольт. И здесь мы можем измерить 200 милливольт. То есть аж три режима позволяют нам измерять переменное напряжение. Так, ну давайте сначала на милливольтах попробуем чуть подняться, да, допустим, до... Ну, давайте на 500. Посмотрим. То есть реагирует, конечно, он отлично. Что как сами измерения, так и графическая шкала. Все. Очень быстрая реакция у мультиметра. Давайте мы сейчас попробуем тогда увеличивать. Давайте, кстати, подадим 1 вольт, да? 1 вольт в РМС. Здесь будет перегрузка. Переключимся тогда мы вот в этот режим. 1 вольт. Смешанный режим. Но давайте сначала будем подавать без смещения, только переменное напряжение, ровно 1 вольт, 50 Гц. Производитель заявляет, что True RMS у данной модели до 7 кГц измеряет нормально. Но давайте будем тогда сейчас проверять. Ну вот, 100 Гц. Так, давайте я уйду тогда вот в эти... значение в сотни герц сразу. 400 герц, 700, 800, 1 килогерц, все без проблем, конечно, пока измеряется True RMS. Так, 2 килогерца, но вот здесь чуть подупало сразу значение напряжения, но еще в пределах погрешности, конечно. Так, 3 килогерца, 4, 5, 6, 7. Ну вот 994 тысячных вольта. Эталон, в принципе, тоже 995 на 1 тысячную вольта показывает. Вот это 7 кГц сейчас подаем. Но здесь уже, да, начинает падать. То есть, да, реально так и есть. То есть, до 7 кГц он измеряет нормально. Так, теперь давайте посмотрим, знаете что, посмотрим. Нам говорили, что вернемся давайте в 50 Гц. Нам просили нас проверить. Он некорректно измеряет якобы, когда смешанное напряжение подается переменное и постоянное. Вот давайте мы сейчас офсет тогда зададим. Допустим, 1 вольт, да? Но опять же, вот этот 1 вольт, который мы задаем, это же не в True RMS подается, поэтому суммируется 1 вольт переменки и 1 вольт не в True RMS постоянки, я так понимаю. Ну, давайте попробуем попереключаться. Давайте, кстати, да, чтобы была разница видна, будем подавать постоянку тогда 2 вольта, а переменку 1 вольт. Вот смотрите, измерение постоянного
напряжение 2 вольта ровно. Тут ошибок нет никаких. Смешанный 2,237. Но здесь вот я говорю, это смещение, оно не 3 РМС, а 2 вольта, поэтому здесь оно и не должно быть суммарно 3 вольта. Так, давайте я переключусь именно в переменные отдельно, да? То есть вот он 1 вольт показывает. Так, а здесь режима... Один вольт. Так, ну вот, можно разбить, в общем, посмотрите, постоянные 2 вольта, да? Переменная здесь тогда измерять отдельно, получается, если у вас смешанный сигнал. Переменная 1 вольт, постоянная 2 вольта. То есть, как и с генератора, никаких проблем я, в общем-то, не вижу здесь. Все нормально с этим. Так, ну все, давайте дальше тогда двигаться по режимам. Так, давайте проверять тогда сопротивление. Смотрим, начнем тогда с малых сопротивлений 3 Ома. Да, 3 Ома быстро и беспроблемно измеряет. Так, что тут у нас? 100 кОм. Тоже очень быстро измеряет. Так, а вот еще, кстати, 4,7, да? 4,7 мега. Да, с сопротивлением прямо удовольствие получаю. Отлично он измеряет, быстро и точно. Так, теперь конденсаторы. Заявлено до 10 миллифарад. Смотрим. Это у нас 4,7 электролит. Перематывать не буду. Смотрите сами, как он долго и точно замерит. Да, очень быстро, но и нормально. Другие мультиметры столько на нем и показывают. 4,6. Так, давайте тогда незаявленные проверим возможности. 22 миллифарада у нас. Посмотрим, сможет он замерить или нет. Нет, к сожалению, показывает перегруз. Но, по крайней мере, свои он заявленные характеристики, я думаю, без проблем исполняет. Ну и главное, кстати, быстро. Так, давайте теперь проверку светодиодов произведем. Смотрим тогда светодиоды. Красный зажигает, падение напряжения показывает. Синий зажигает также без проблем, 2,55 вольта. Белый 2,52. Так, давайте проверим, сколько подается на клеммы в этом режиме, потому что заявлено 3 вольта. Ну, я думаю, так и есть. Сейчас мы это дело узнаем. Да, даже чуть больше. 3,181 вольта. Отлично. Так, проверяем режим NCV. Нужно нажать кнопку EF, я так понимаю, в любом из положений галетника. Здесь у нас есть две регулировки чувствительности. L – это низкая чувствительность, H – это высокая чувствительность. То есть в двух режимах мы можем использовать NCV, ну или Electric Field. Так, ну давайте подносим тогда к проводам, смотрим, насколько быстро он реагирует. Ну вот в этом режиме, в режиме низкой чувствительности, я уже вплотную к проводу нахожусь, он у меня половину индикатора только заполняет. Так, теперь давайте переключим чувствительность на высокую. Здесь он уже, естественно, гораздо дальше, где-то здесь около 25 сантиметров уже срабатывает. Подношу.
Вот с таким характерным звуком он начинает пищать. Так, ну что, давайте подведем итоги по мультиметру BM-785. Больше 10 дней мы снимали обзор, в итоге пришлось его разорвать на несколько частей, поэтому подробно не получилось, наверное, у нас снять про него. Но что конкретные какие-то нюансы, которые озвучивали пользователи после размещения короткого ролика, мы проверили. То есть никаких проблем нет с измерением постоянного и переменного напряжения и в смешанном режиме в том числе. До 7 кГц данная модель True RMS измеряет переменное напряжение. Тоже никаких проблем мы не увидели. С этим сопротивлением вообще все отлично. То есть он очень быстро измеряет. Со светодиодами тоже все хорошо. NCV режим, он, естественно, для определения именно в проводнике наличия напряжения, а не для определения какой-то проводки внутри стен, да, то есть для поиска проводки есть специализированные приборы, а не мультиметры, поэтому здесь понятное дело, что он не точно показывает, а именно определить, есть ли в проводе напряжение, без проблем, да, он работает хорошо. Далее, что нам не понравилось, управление, слишком много режимов, например, по тому же напряжению, да, то есть он в трех различных вариантах он измеряет напряжение, и какое из них оптимальное, как видите, они тем более отличаются, эти режимы, между собой. То есть с измерением частоты мы вот обнаружили проблему, что в одном режиме он уже от 200 мВ начинает измерять 50 Гц, а в другом режиме только от скольки, от 600, да, мВ. Поэтому да, здесь как-то вот, допустим, если сравнивать его с тем же Flux 117, здесь все гораздо однозначнее, гораздо проще. Вот с этим надо разбираться. Именно, то есть прибор именно для профессионального применения. Кто нужна, кому разница именно вот в этих режимах, да, кто готов копаться, кто готов смешанные напряжения сразу измерять, тому это будет интересно. Нам же как бы ближе все-таки более простой прибор. Но у кого вопросы есть, задавайте. Я понимаю, что обзор не очень подробный получился. Может быть, мы к этому прибору вернемся, но вот на данном уровне так оставим на данный момент. Кому видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это Vivo Telecom. Всего вам доброго. До свидания.